Всем привет! 14 октября. Вот выходной сегодня у меня, сегодня-завтра приехала попроведать наш огородик. Газончик растет. Здесь вот с этой стороны, здесь вот, у нас тут компостная яма стояла, там мама всякие отходы скидывала. Это у нее лет 15 тут она была. Так на этом месте вообще вот этот квадрат, такая трава колосилась. Даже вот сейчас вот видно, здесь она позеленей. А здесь такая бледненькая. Вот, блин, там земля как чернозем пропиталась. И мы вот ее раскидывали по грядкам, эту землю. Вот в теплицу еще тоже натаскали. Короче, такая прям, ух, земелечка. Ну, а компостной ямы так, как пока у нас нет. Так вот у нас в огороде мусор накидали. Ну, ничего, за зиму что-то перегниет, что-то нет. Так сделаем кучу. Еще тыквы насажаю на эту кучу. Так-то бы, конечно, прополоть огород, но что-то не хочется, неохота. Ну, не так уж много травы. Так, по бороздам. Сейчас пойду посмотрю, попроведаю свою тепличку. Как она у меня поживает. Посмотрите, салат даже не замерз. Так, прихватило чуть-чуть. Все кустики такие пожухленькие. Ох, блин, так тепло в теплице, прям жить можно. Нифига себе, мокрица цветет. Все цветет в теплице. Тут даже на грядке мокрица выросла. Сейчас петрушки нарву. Ой, так хорошо. Блин, жалко, так лето кончилось. Сейчас тоже смотрю, все видюшечки, все пакетиками шуршат. Но я терплю, жду скидок. Ну и, блин, страшно заходить-то в магазин. Как будет скидка за 30%? Как наберу семян? Тогда вообще придется весь огород одними помидорами засаживать. Здорово, вообще хорошо на улице. Такая теплынь. Сейчас муж скоро приедет в дом. Капусты наберем, картошки. Капусту вот уже квасить надо, а тепло еще. Я квашу-то дома ее храню на балконе. А сейчас даже не знаю как. Интересно, вот чеснок взойдет, не взойдет. Хотелось бы, чтобы не взошел, конечно. Тут уже собачки побегали по грядкам. Клубничка вроде ничего. Не сильно ее морозом прихватило. Тут вон кустики взять какие-то насадил. Что-то я даже не знаю, что за кусты это. Непонятно. Может, черноплодка? Тут все наши кустики растут. Что-то вот не подумали, так густо насадили. Но может, ничего, просто не давать им сильно разрастаться. Мы даже не думали, что у нас что-то приживется. Так просто натыкали уже в том году. Что-то в конце сентября, наверное, в начале октября. Не думали, что приживутся кусты. Они прижились у нас. Сейчас вот весной только надо будет подкормить. Осенью не стала подкармливать, а весной подкормлю. Здесь хотим канаву прокопать поглубже. А тут, наверное, так полянка останется. Будем подкашивать просто. Красота. Сейчас бы шашлычок бы пожарить. А что-то опять ничего не получилось. Сестра с зятем работают. Муж сегодня тоже немножко поработать успел. Напарник попросил его. Вот, одна хожу, брожу по огороду. Как в стихотворении. Мороз воевода дозором обходит владения свои. И я также хожу, брожу. Ну ладно, всем всего хорошего. Самое главное — здоровье, чтобы подготовиться к следующему сезону. Всем пока!